Следующим участником. Кто же это? Следующий наш участник – это Любовь Тарасенко. Здравствуйте, Люб. Скажите, пожалуйста, вы волнуетесь? Конечно. Ну, как все, как обычно. А кто пришел сегодня с вами? Поддержать меня пришли мои родители, родственники и друзья. Как оцениваете сегодня свои силы? Вы готовы к победе? Ну, пока да. Замечательно. Я желаю вам удачи. Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, удача никому не помешает. Спасибо, Екатерина. Отправляйте к нам Любовь, а я пока знакомлю зрителей. Любовь Тарасенко работала фотомоделью, любит Киев, изучала английский язык. О себе так очень мало, скромно рассказывает, много не говорит, но на данном этапе жизни работает официантом, а свой талант обнаружила в детстве. Также Любовь пишет стихи, имеет дар поднимать настроение окружающим, потому как сама никогда не бывает в плохом настроении. Яркая, эмоциональная и неимоверно позитивная. На проект пришла раскрыть свой талант в полной мере. Итак, ай-не-не-не-не, встречайте, Любовь Тарасенко. Любовь Тарасенко, аплодисменты. Ну, Александра, так, секунду. Ура! Ой-е! У нас настоящая фабрика звезд, здесь дарят игрушки. Ну что ж, Александра, прошу, ваши слова, эмоции, чувства, что чувствуете? Люба, чувствую я себя хорошо, Жень, спасибо. Вот как? Спасибо. Одну секундочку. Люба, ну не все, конечно, получилось в вокальном плане. Не совсем все так, как задумывалось. Зато в материальном плане, по-моему, гляньте. Ну, хотя неплохо. Вы знаете, это вообще одна из моих любимых кинолент «Жестокий романс». И вот я хочу сейчас вспомнить один из главных героев, я бы так сказала, этого произведения.
стоя на палубе корабля, сказал, на палубе судна, «Для меня невозможного мало». Я хочу вам пожелать, чтобы для вас в жизни невозможного было мало. Сегодня 8, но у вас все получится. Все впереди. Спасибо. А Яна, прошу. Мы знаем, что не получилось, да, Любочка, наверное, знаем, где именно, да? Ну, вы шикарная актриса даже не то, что артистка, вы актриса шикарная, и вы такая сегодня были из тех породистых цыганок, от вас так веяло сегодня породой хорошей. Для того, чтобы дальше работать, вы знаете, куда мы вас приглашаем. Сегодня будет Любочка восьмерка, но я знаю, что за вами будущее в дальнейшем. Спасибо огромное. Спасибо вам. Ульяна, прошу. Я говорила, когда выбирали эту песню, я говорила о том, что главное выйти и зажечь. Да, были погрешности, кое-где там проморгало. Вот, но в целом я не могу не отдать должное вашему образу, вашей красивой внешности. И мой совет, нужно концентрировать свое внимание на том, на чем нужно его концентрировать. В данном случае на вокале. Я немножко подслащу девяточка. Спасибо большое. Ну что ж, 8-8-9, если я не ошибаюсь, и огромные букеты прекрасных цветов. Отправляйся в грин-рум, прошу. Я, конечно же, иду к нашим уважаемым членам жюри. Беру, дорого куплю валюту дорого куплю. Итак, на связи у нас пока никого нет. Ну что ж, пока никого нет на связи, спешу... Разбираются с микрофоном. Итак, дорогие друзья, спешу сделать небольшую рекламную паузу. Фото-видеосъемка здесь у нас производится на профессиональном уровне, поэтому, дорогие друзья, можно свои любительские фотоаппараты и видеокамеры оставить до лучших времен. Для чего? Мы ничего от вас не скрываем. Любое видео вы сможете увидеть на сайте ресторана «Метрополь», а также на сайте наших партнеров, информационных партнеров сайта 0629. Будет фоторепортаж, сделанный на профессиональную технику, будет выложено видео, все это вы сможете увидеть. Ну что ж, также хотелось бы сказать, что в ресторане «Метрополь» появилось новое меню. Вы можете это оценить, открыв эту замечательную книгу, которую можно очень долго читать. Меню 5 звезд – это блюдо, пользующееся популярностью во всем мире. Можно увидеть 5, это меню начинается именно с этих 5 звезд. Открываете и смотрите самые популярные блюда мира. 5 супов, 5 салатов, 5 закусок и тому подобное. Что же, есть еще вок-меню и мангал-меню. А также есть замечательная прогулка по Италии. Это самые лучшие пасты и пиццы. Ресторан «Метрополь». Мы ресторан, мы работаем для вас. Аплодисменты, дорогие друзья. Я только скидку делаю на то, что заняты тем, что держите в руках вилки, поэтому не аплодируйте. Итак, дорогие друзья, переходим. Кто же у нас на связи? А на связи у нас Екатерина. Екатерина, прошу, вы в эфире, вам слово. Да, Женечка, спасибо. Ну что, Люб, тебе понравилось? Цыгане меня не простят. Так ты у нас в образе цыганочки, да, была? А скажи, как ты думаешь, тебе удалось раскрыть свой образ перед зрителями? Ну, мне да, но цыгане все равно не простят. Нет, ну я видела, как ты танцевала, так что мне можешь не рассказывать. Скажи, как оцениваешь свое выступление все же? Могу больше, могу лучше. А если выиграешь, куда потратишь денежки? Куплю всем цыганям по булочке. Боюсь, выигрыша будет мало. Любочка. Ну что ж, спасибо, Екатерина, и давайте знакомиться с нашим следующим. Спасибо, Любовь. И давайте знакомиться с нашим следующим участником. Кто же это? Говорите, не скрывайте от нас. Вот он, следующий наш участник. Зовут его... как тебя зовут? Нарек. Нарек. Да. Фамилия? Геворгян. Нарек Геворгян. Я запомнила. Скажи, пожалуйста, Нарек, волнуешься? Я, по-моему, смотрю, ты единственный здесь не волнуешься. Я по единственной причине волнуюсь. Там сидит старший брат. Он сказал, если я не выиграю, то в этом постоянно буду ходить. Черт возьми. Скажи, как оцениваешь свои силы? Я оцениваю на твердую 11. Скажи, кроме брата, кто сегодня пришел тебя поддержать? Родная мама, родная тетя, родной брат. Я уже сказал, да?
ты, ну, про брата сказал, ты просто обязан с такой поддержкой сейчас пойти и полностью выложиться. Я в тебя верю. Спасибо. Ну что, спасибо, Екатерина. Мы ждем сюда к нам нашего конкурсанта, которого зовут Нарек. Итак, дорогие друзья, знакомлю вас. Нарек Геворгян, 21 год. Уроженец Армении, родился в Ереване, вырос в Крыму, заканчивал школу в Мариуполе и планирует вернуться в Крым. С детства был в центре внимания всех застолий, отличался оригинальными тостами. Но в подростковом возрасте выиграл чемпионат Украины по боксу среди юношей. Так что у нас еще Нарек замечательный спортсмен. Изучает правоведение, работает менеджером. Свой талант обнаружил, когда ему было 3 года, во время домашнего застолья. Он поднял тост, наверное, с очередным бокалом ситро, сделал тост и узнал свой талант, что можно петь. Также увлекается бильярдом, природой и спортом. Считает своей особенностью простоту и оригинальность. Ну что ж, встречайте, Нарек Геворгян. Моя красавица в городе жила. Очень неприступная девочка была. В школе не шалила и вела дневник. Редко выезжала к морю на пикник. Эй, народ! Рядом жил парнишка. Итак, дорогие друзья, дева, девочка моя, если бы ты знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Дева, девочка моя, если бы ты знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Девочка красивая, в платье голубом. На крылечком посидим вдвоем. Так он пел ей хриплый голосок дрожал. Дворники парнишки жили криминал. Девочка, волнуясь, села на карниз и с ужасным криком сорвалась вниз. Так соединились детские сердца. Так узнала мама моего отца. Эй, девочка моя, если бы ты знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Девочка моя, если бы ты знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Девочка моя, если бы ты знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Девочка моя, если бы ты знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Моя красавица в городе жила. Очень неприступная девочка была. Но соединились детские сердца. И узнала мама моего отца. Эй, девочка моя, если бы ты знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Девочка моя, если бы ты знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. 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 Эй! Спасибо! Нарек, вернись! Нарек Геворгян. Вот, честно говоря, тронула прямо за душу. Знаешь что? Вот эта фраза твоя. Вот если... Сейчас будет у вас микрофон.
Есть. Пёрстки, вот потом если, микрофон угнали. Если плохо выступлю, то брат сказал, что всю жизнь буду ходить в этом. Я тебе скажу, что твои классические туфли очень хорошо гармонируют под твои спортивные штаны и под пиджачок. Так что ты не переживай. Дело-то какой человек изнутри, а не снаружи. Совсем о другом думают наши члены жюри. Понимаю, что не все получилось, и у нас небольшая заминка произошла, но Нарек замечательно выкрутился из этого, все так получилось. Успели ли судьи оценить вокальные и артистические данные нашего артиста? Александра. Нарек, что я вам могу сказать? Если у вас удастся осуществить свой план и уехать в Крым, у вас карьера там сложится. Это в этом, я думаю, все убедились. А я так думаю, у них везде карьера складывается. Нарек, мне очень понравилось, что вас не смутили, ни на секунду вообще не смутили какие-то там технические моменты, которые тоже всегда бывают. Мало того, вы сегодня вокально себя проявили лучше, чем на всех репетициях вместе взятых. Я вам ставлю 10. А Яна, что думаете вы по этому поводу? Буду очень кратка. Мне очень близки горячие 90-е, мое любимое время, скажем так, 10. Образ просто супер. Молодец, не растерялся. Спасибо. Молодец, ты артист. Ну, а вам, как Ульяна, близки 90-е? Ой, да, ну, конечно, умудриться допеть, вот с учетом того, что произошло в начале номера, вот, но мы всем понимаем, что техника даже не выдерживает, понимаете, это энергетики. Вот, буду кратко. 10. Сегодня жюри решило раздавать десятки направо и налево. Ну что ж, у вас 3-10, хорошая перспектива. Вы сделали все, что смогли. Ну, надеюсь, я так это замечательно выкрутился, все получилось. И это замечательно. Отправляйся в грин-рум, а я бегу к нашим уважаемым членам жюри, которые второй раз ставят высший балл за сегодня. И это второй раз. Ну, что говорит о щедрости. Ну что, Нарек, я смотрела твое выступление, замечательно выкрутился, просто умничка. Тебе понравилось на сцене? Очень понравилось, особенно этот момент, когда произошла техническая неполадка, меня просто вдохновило, поэтому вот. И увидел радостные глаза зрителей, это тоже очень адреналина добавляет. А расскажи мне, пожалуйста, в образе кого ты был сегодня? Цивильно, законно зарабатывающие деньги парня, вот, 90-х такие были. Вот. Ну, это называется наперсточники. А скажи, тебе удалось, как ты думаешь, выложиться? Ну, я думаю, на 4% где-то. Из скольки? Из 100? Из 5. Ты себе льстишь. Скажи, пожалуйста, куда потратишь деньги, если выиграешь? Ну, я должен денег брату, отдам, наверное, ему. Вот так вот. Ну, замечательно. Что ж, я желаю тебе удачи с возвращением долга. Присоединяйся ко всем. Спасибо большое. Да. И пусть брат тебя не ругает, если не выиграешь. Итак, дорогие друзья, кто же у нас следующий? Давай, Катерина, знакомиться. Кто же у нас? Представляй. А следующий наш участник, вот уже она со мной рядышком, это Даша Югай. Дашенька, ты волнуешься? Да. Сильно. Не волнуйся, все будет заметно. Замечательно. Скажи, как оцениваешь свое выступление? Я еще не выступила. Нет, ну ты же знаешь... Нет, не знаю. Ну ладно, скажи, а кто пришел сегодня тебя поддержать? Мои близкие, родные, любимые мои, все. Ну что ж, Даш, я желаю тебе удачи, только удачи. Ну что ж, пока Дарья отправляется к нам, я знакомлю вас с Дашей. Это Дарья Югай. Будучи ребенком, одевала цыганскую юбку, включала цыганскую музыку и танцевала для родителей. После этого, конечно же, собирала барыши. Петь начала в школе, заменила заболевшую солистку и с тех пор поет. Слух достался от отца. Учится на диспетчера. Свой талант обнаружила, придя на прослушивание в Дворец культуры моряков, где создавали вокальную группу. Увлекается пирсингом. Своей особенностью считает отсутствие звездной болезни. Проект «Цена голоса» рассматривает как очередную ступень на своем длинном творческом пути. Встречаем Дарья Югай. Мне в голову
раньше не умела так огненно, пламенно. Душе моей неосторожно вы разбудили вулкан. Помоги мне, помоги. Пальмовой веточкой, а город пил коктейль пряные, пил и ждал новостей. Вы называли меня умницей, милою девочкой. Помоги мне. Майским ромом пахнут сумерки синие, длинные, а город каменный по-прежнему бьет и ждет новостей. Закат опять окрасил улицу красками дивными, но грозовые тучи кружатся над вулканом страстей. Помоги мне, помоги мне, желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, ах, сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. Дарья Югай со своей комической постановкой «Помоги мне!» Аплодисменты! Ой, я думал, уже мне несут. Мне! Тоже нет, да что ж такое, все мимо-мимо. Оцениваем Майма Тащемайма, как говорил у нас президент Леонид Кучма. И Александра, прошу. Даша, вы такая яркая на сцене, при таких исходных данных. Вокальные дефекты, честно говоря, не замечаются. 10. Дашенька, я правда сейчас побывала там в гримерке. Только я, наверное, была та, которая выпила то, что потом вам не оставила. Извините, я исправлюсь. Дашенька, 10. Спасибо большое. Насмеялась вдоволь. Дашунь, мне нравится больше всего в тебе то, что ты... Человек, который несет позитив. Всегда, при любых обстоятельствах, при любом раскладе, как говорится. Оставайся такой же честной, оставайся такой же настоящей. Я ставлю 10. Спасибо большое. Это третий высший балл на сегодня. Спасибо, Дарья. Отправляйтесь к нам. Я вам так скажу, это не пороблено, это у нас работа с микрофоном, но, честно говоря, понимаете, техника дает сбой, и такое бывает. Мы делаем все, чтобы этих недочетов не было. И у нас их не будет, потому что мы Метрополь, мы лучшие. Аплодисменты, друзья! Итак, бегу за высшим баллом. И на связи у нас моя помощница Екатерина. Катя, вы в эфире говорите. Да, Женечка, спасибо. Дашенька, вот она уже со мной. Ну, как тебе, понравилось?
Понравилось, ну, заложила я. Просто умничка, все было супер, столько позитива, как это все в тебя помещается, я просто не пойму. А скажи, в образе кого ты сегодня была? Ты так уборщица в театре. Скажи, а если выиграешь, куда потратишь деньги, ты уже придумала? На раскрутку не хватит, на себя. Умничка, все правильно. Ну что ж, присоединяйся ко всем. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина. Мы с вами уже прощаемся и увидимся с вами уже после перерыва. Спасибо большое. Ну а что ж, дорогие друзья, я напомню еще раз процедуру. Голосование сейчас каждый из членов жюри, вот вы видели, опускали условные гривны в этот замечательный барабан. У каждого из вас есть отрывной талон, ручка и вот такая вот замечательная программа, которая лежит перед вами на столе. Оцените, напишите, какого участника вы больше всех, какой из участников, по вашему мнению, является сегодня несомненным лидером, и запишите его фамилию. Купоны можно во время перерыва опускать в этот замечательный барабан. Дальше анонсирую после перерыва члены уважаемого жюри, порадуют нас своим эстрадным, джазовым и интересным вокалом. И после этого мы с вами определим победителя и, конечно же, вручим ему денежный приз, сумму которого я оглашу уже после перерыва.